города Одинцово по соседству с уже известными бегемотами установили лавочку в виде огромного пончика и скульптуру «Лестница солнышка». Эти два арт-объекта были выполнены по эскизам детей, участников конкурса «Создадим красоту вместе. Твой район, твои идеи». Мы решили узнать, по нраву ли местным жителям такое украшение города. Все, что делается новое в нашем городе, это замечательно, потому что дети нравятся, дети радуются, это самое главное. А то, что выполнен по эскизу детей, мы не знали, вот вы нас просветили. Воплотилась мечта мальчика, то это, конечно, замечательно, когда детские мечты сбываются, воплощаются. Да, очень здорово, нам очень нравится. Но я хотела бы сделать лучше единорога. Отличная, конечно, затея сделать по эскизам детей. Я думаю, это здорово. Если каждый ребенок будет рисовать и что-то будет воплощаться в жизнь, то ну, это классно. Очень красиво, креативно. Нашим детям очень нравится. Это интересно очень. Мы обратили внимание на День города на него. Детям очень нравится, с удовольствием здесь лазят. Нравится тебе? Да. Кто там? Ты знаешь, кто это? Петушок. Отлично. Больше таких проектов, чтобы было веселее и интереснее. Все радуются и... Оно у места, как раз можно подождать карусель и в это время посидеть, пофотографироваться. Очень здорово, мне нравится, что у нас вообще есть и бегемотики, и пончики, и карусель. Нравится пончик? Да. Детям есть где поиграть. Хотелось бы, чтобы побольше было таких интересных вещей, и красочных, ярких. Здорово, конечно. Для детей, для нас, для всех местных жителей. Очень здорово. Если бы было побольше, вообще замечательно.